вы объявили, вы, может, от страха, я не знаю, чего, но вы отрыли томагавк, да? Войны, топор войны откопали. И я по всем законам, канонам, я власть, нападать на власть не дам никому. Я любого затопчу, кто попробует нападать на вас. Любого затопчу, сразу говорю. Потому что если власть можно напасть, то это уже не власть. Она нахрен никому такая власть не нужна. Понимаете? С властью надо первое научиться. С властью надо делать диалог. Садиться за стол и вместе искать оптимальный вариант. Не атаковать, а садиться за стол. И разговаривать. Не на митинг выскакивать с этими, с наркоманами, а садиться за стол и договариваться с властью.